Всем привет! Сегодня приготовим с вами тушеную капусту в сотейнике от шефа. Для начала разогреем наш сотейник. Проверим, разогрелся ли наш сотейник. Водичка побежала быстро, мы начнем готов к фритам. В абсолютно сухой сотейник я выложила мясо и накрываем крышкой на 5 минут. 5 минут прошло, открываем. Мяско наше поджарилось. Красивое, румяное. Теперь добавляем сюда нарезанную морковь, лук и капусту. И кусочек томатной пасты. Выложили все овощи, накрываем крышкой, убавляем газ до половины и оставляем на 15 минут тушиться. Очень важно вот этими дырочками направлять от ручек, чтобы ручки не нагревались. 15 минут прошло, заглянем, что же у нас вышло. Наша капуста почти готова. Я ее перемешаю и оставлю еще на 5 минуточек. Накрыла крышкой, оставила еще на 5 минут доходить. Посмотрим, что же там с нашей капусткой. А наша капустка уже готова. Нам осталось только ее приправить специями и оставить отдыхать. Я добавила немного соли, черный перчик. И поскольку я люблю остренькое, немножко перца паприка. Вот так без капли масла мы приготовили вкусную, сочную, вот такую вот тушеную капустку. Пробуйте обязательно.